Всем привет, это канал Блогер. Я не хотел сегодня выпускать видео, но по обложке и названию вы наверняка поняли, что произошло этой ночью. Если тебе понравится ролик и ты хочешь поддержать меня, поставь лайк и подпишись на канал с колокольчиком, мне будет очень приятно. А теперь погнали! Егор Шип буквально 2 дня назад выпустил большое расследование «Шип Шиперит», в котором привел много фактов об отношениях Вали Карнавал и Егора Крида. Его собеседником в этот раз стала Диана Астер, которая максимально отрицала все, что он говорил про эту пару. Хотя наверняка неоднократно общалась на эту тему с Валей. Многие шиперы были рады не только этому ролику, но и фразе Егора, что он хотел бы помириться с Валей. Егор, я верю, что вы с Валей помиритесь. Она сломается. Но вот шиперский праздник продолжался недолго, а именно до сегодняшней ночи. Валя Карнавал – единственная из участников хайп-хауса, кто не поехал вместе со всей командой на отдых в Египет. Девушка рассказала, что у нее много дел в Москве, и поэтому она осталась. При этом Валя сходила в салон, где сделала макияж и прическу, и явно готовилась круто отметить наступающий Новый год. Егор Крид в прошедший вечер до последнего сидел дома за компьютером, и многим показалось, что он и вовсе будет праздновать в одиночку. Но не тут-то было. Их пути с Валей сошлись на общей вечеринке Филиппа Киркорова, где был Тимати, Джиган и многие другие звезды. В кадр одного из гостей попали и Валя с Егором, которые мило обнимались весь вечер. Господи, что ты все прям? Давай! Раз, два, три! Новый год! Разрешение! Вот такими событиями нас встретил 2021 год. Егор Крид и Валя Карнавал действительно встречаются, что подтверждает и удаленная история рэпера. К сожалению, эту новость и под тиктоками, и постами Вали уже начали форсить хэштеги «Валя предатель» и «Шип был прав». Сам же Егор в своих историях написал: «На Новый год мой прошлый выпуск был доказан. Сами понимаете, про что я, про какие видео. А теперь делайте выводы сами. Попробуйте соединить всю цепочку от начала и до конца, тогда вы поймете, что Шип не хайпился, а констатировал факты». А также поблагодарил судьбу, что она избавила его от гнилых людей. В поддержку же Вали хочу сказать, что не стоит так негативно воспринимать ее нового молодого человека. Она выбрала того, с кем действительно счастлива. Можно понять и Валю, и Шипа, но кого-то хейтить сейчас неправильно, так как мы не знаем всей ситуации. Пишите, что вы думаете насчет этого в комментарии, будем ждать новых подробностей. Я надеюсь, что вы уже посмотрели прошлые ролики, а если нет, то скорее выбирай какой-нибудь из этих, тебе точно понравится. А на этом все, увидимся уже совсем скоро.